Всем привет, мои хорошие! Мне уже немножко лучше, и я хочу сегодня приготовить очень необычное для меня блюдо. Это курица в сливочном соусе с кабачками. Для этого я подготовила ингредиенты, и давайте проведем с вами эксперимент. У меня вот такое оливковое масло. Сегодня буду жарить все ингредиенты на нем. Первым делом я обжарю луковицу. Теперь отправила кабачок и вместе с луком пожарю. Добавлю немножко соевого соуса. Обязательно нужно добавить чеснок. У меня вот такой маленький зубчик, но желательно 2 средних зубчика добавить. Ловите от меня лайфхак. Если у вас нет жирных сливок, просто добавляем сметану. В моем случае она домашняя. Вы можете взять магазинную. Конечно, домашняя она жирнее, поэтому получится очень вкусно. Добавлю 2 ложки. Теперь добавлю перца и соль. Девчонки, смотрите, какая красота получилась. Теперь я немножко добавлю воды, потому что я немножко пересолила. Ну так, чуть-чуть. И оставляем на 15 минут томиться. Девчонки, посмотрите, вот такая красота у нас получилась. Это безумно вкусно. Кабачки в сливочном соусе с курицей. Обязательно попробуйте. Быстро, легко и вкусно. На гарнир рис.